Минасан, конничива! Здравствуйте! Ватащива Бирюков Дмитрий Томошимас. Ватащива Санкт-Петербургу Нисундымас. Ерошко Нагайшимас. Ватащива Санкт-Петербургу дай хочу сам банк Гако, но сейтудес. Гако нива барану Гако тую нихону на май моримас. Кокава барага сейтудес. Нихонно юмейна сакёку кахамагучи Курановски сангату кону цкусиу таоц куримашта. Кошова оридзуру то акай барадес. Гако нива шогако то чугако то коко гаримас. Сейто тащива кокуго сугаку рэкиши чири надо на камоку обан кёшите имас. Соно хоко ни ичнен сайкара нихонго обан кёсуру кото гадыкимас. Фуцуши уни никай нихонго обан кёшите имас. Джугио на токи, ватащи тачива текшито йондари, каево уштари, канжио кайтари шимас. Соно хока ни, нихон но бунка, мо, бенкио суру, кото гады кимас. Та то еба оригами я, икибана я, садо я, шодо, о, нараттари, дэн то теки на спотсу но кюдо, о, я тари шимас. Гако ни ва, нихон но гёджи гауко но варэты имас. Сейто тачива нихон но утао татари, канжи, Нихон на утау у татари, мы каши банаши но гэки у цукутари, дансу о считари шимас. Ватащива урачи мутаро о энши таку то гаари мас. Токи-доки ватащи тачи но гако ни, нихон джин но кяку сама гаки мас. Бару но гако сэйтумо, бару но гако но сэйтумо, нихон э ику коту гады кимас. О ханами умедето! Самым большим брендом для Японии среди растений, конечно, является сакура, которая в ботанический сад у нас попала еще в 1982 году прошлого века. Но с подарком правительства Японии в 2003 году для юбилея или на юбилей Санкт-Петербурга началась такая новая эпоха развития отношений с Японией, с японским консульством. Ну и в целом сейчас это уже вылилось в полномасштабное, большое, массовое мероприятие. Мы открыли новые площадки, открыли музей, где можно посмотреть старые какие-то вещи из Японии на основе растений. Мы открыли гербарий, где показываем гербарные образцы 19 века Максимовича, нашего сотрудника, который стал фактически основателем ботаники в Японии в 19 веке. То есть этот фестиваль превращается в огромное мероприятие не только, наверное, городского масштаба, но и в таких полноценных взаимоотношениях России и Японии. Нужно сказать, что уже с прошлого года фестиваль двухдневный. Мы уже понимаем, что нам не хватает одного дня, чтобы принять такое количество гостей и показать очень много интересного со стороны японского именно искусства, что у нас есть в городе. Это, безусловно, новое. И в этом году из особых
новинок, скажем так, и интересных моментов. Это детский квест, безусловно, который был организован, продуман волонтерским движением «Сакура Мацури». Это организация лекций. И нужно отметить, что наши посетители не смущало то, что нужно пройти и прослушать лекцию. С удовольствием включались в этот процесс. Ну, все остальное, собственно говоря, вот концертная программа, демонстрация различных видов искусств. Опять же, некоторым открытием этого фестиваля можно назвать и мастер-класс по японской кухне Nihon Ryori от повара, шеф-повара кафе нашей единственной рамбенной в Санкт-Петербурге Ярумен. Субтитры сделал DimaTorzok.